Боже мой, а, это в тексте скинул. Песня Икар. Выпал на улицах снег. Белоснежный, как птичье перо. Воронье, наверное. Будто собрался я умирать. Еще рано мне замерзать. Я не нашел-то заветное место, где живет покой душевная бытовуха, продолжает меня душить. Я не сдамся, продолжу искать. Я полжизни бы отдал, чтобы научиться летать. Ах, я был рад улететь в то место, но я не Икар. Но Икар не очень-то сильный, хорошо и полетал, блядь. И никто тут не может, не поможет, я искать себя должен сам. В моей груди сильнейший пожар, в моем кармане осталась последняя пачка сигар. Как вам текст? Это был текст, который чел скинул нас. Куплет. Помоги мне сбежать туда, где легко будет дышать. Помоги мне сначала жизнь мою начать. Я хочу оказаться там, где чуждо мне будет бродить по дворам, где смогу я спокойно услышать пение птиц вокруг. Тебе, блядь, надо весны просто дождаться, чел. Где общение мой тесный круг будет теплый, как батарея. Какой ужас, блядь. Там дальше еще есть. Где светильник светить будет светом таким же тусклым, как мой лик. Будет светить, и не старея счастье и радость людям дарит. Припев. Ах, я бы рад улететь в то место, но я не Икар. Никто тут не может, не помо... и никто тут не поможет, и искать себя должен сам. В моей груди сильнейший пожар. В моем кармане осталась последняя пачка сигар. Да, пачка сигар, блядь. Пачка сигар, нихуя себе. У него, блядь. Пачка сигар, нахуй, блядь. Одну сигару уместить в кармане, это уже челлендж, блядь. А тут пачка сигар у него, нахуй. Хуя себе богатый, блядь. Пачка сигар, это знаешь, типа вот этот вот чемоданчик, блядь, коробка. Есть же эти сигарбокс гитар, блядь, или деревянные штуки, к ним гриф прикручивают и играют на этой хуйне. Я говорю, блядь, какие-то в кармане такую носит, чел. Пиздец, блядь, да? И богатей, блядь. Богатей какой. А не задонатил. Вот, блядь. Карманы нахуй, как у рэпера. Да. Он еще мне написал, ну что, как тебе? Давайте я с самого начала прочитаю, блядь, давайте. Выпал на улицах снег, белоснежный, как птичье перо. Будто собрался я умирать, еще рано мне замерзать. Я не нашел то заветное место, где живет покой души. Современная бытовуха продолжает меня душить. Но я не сдамся, я продолжу искать. Я полжизни бы отдал, чтобы научиться летать. Ах, я бы рад улететь в то место, но я не Икар. Икар же это, блядь, известный летчик, нахуй. Успешный, как мы знаем все, да? Взял, да, блядь, так полетел, что ж вообще пиздец. Неистово, как гуси на юг, блядь. И никто тут не поможет. Я искать себя должен сам. В моей груди сильнейший пожар. В моем кармане осталась последняя пачка сигар. Пачка, блядь, сигар. Пачка сигар. Икар. Я не икар? Я не икар. Да мы, блядь, заметили, что ты не икар. Помоги мне сбежать туда, где легко будет дышать. Помоги мне сначала жизнь мою начать. Я хочу оказаться там,
где чуждо мне будет бродить по дворам, где смогу я спокойно услышать пение птиц, где общение, мой тесный круг, будет теплый, как батарея, блядь, где светильник светить будет светом. Светильник светить светом, нахуй, блядь. А чё, блядь, не Михаил Светов светильником будет светить светом, нахуй? Не, Светлана Светова светить светильником светом будет, блядь, ему. Там. В светлом месте. В светлое время суток. Освещенное святым батюшкой. Где светильник светить будет светом таким же тусклым, как мой лик? Тусклый лик, блядь. Будет светить. И не старея, счастье и радость людям дарит. Кто дарит? Кто не старея, блядь? Ах, я бы рад улететь в то место, но я не Икар. И никто тут не поможет. И искать себе должен сам. В моем кармане осталась последняя пачка сигар. Я не Икар. Я не Икар. Ну что? Как тебе? Это я еще вам, блядь... Про ошибки не сказал. Современная бы